Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, которое на самом деле очень трудно комментировать. По той простой причине, что там нечего комментировать. Когда мы читаем притчи Христовы или рассказы об исцелениях, которые совершал Спаситель, а вы знаете, что они составляют очень большую часть евангельского повествования, то здесь достаточно широкие возможности для различных толкований. Можно много говорить о символических смыслах этих самых притч или рассказов о чудесных деяниях Иисуса. А тут, как мы уже сказали, и добавить нечего. Сказано прямо. Прямо и недвусмысленно, без никаких иносказаний и притч, что называется, как мы любим с вами, открытым текстом. Тут надо прямо действовать и исполнять то, что говорит Христос. И все же я хочу вас обратить внимание на несколько вещей. Слова, которые вы сегодня слышали, они представляют собой отрывок из длинной речи, проповеди, которая в похожем варианте имеется и в другом Евангелии от Матфея. Но есть небольшие отличия. Они касаются обстоятельств. Вот в Евангелии от Матфея сказано, что проповедь Спасителя произнес, когда он зашел на гору. И от этого происходит название – Нагорная проповедь. А здесь, в Евангелии от Луки, утверждается, что Христос это говорил на ровном месте. Но это на самом деле не противоречит друг другу. Скорее всего, Господь не один раз говорил и повторял это много раз в разных местах. И на холмах, и на равнинных местах повторял эти важные для нас поучения. Вот в сегодняшнем евангельском чтении мы слышали божественную истину. «Любите врагов ваших», говорит Господь. Закон, по которому жило ветхозаветное человечество, был достаточно прост и был совсем другой. Тот, кто соблюдает заповеди, тот праведник перед лицом Божьим. А кто нарушает заповеди, тот грешник. И сказано тогда, что любое нарушение закона должно быть наказано. И это не только требование естественного такого нравственного закона, но это требование Бога. Око за око, зуб за зуб. Все слова, которые вы прекрасно знаете. И только таким путем виделось возможным преодоление греховности человека, распространение этой греховности вокруг. В словах Спасителя, которые мы только что слышали, вот с первого взгляда кажется, может показаться разрушение этого, казалось бы, незыбленного закона справедливости. Вот как же так? Если меня ударят, что я не должен ответить? Если мне делают зло, я не должен мстить? Если у меня отнимают деньги, или я сам их даю займы, и мне их не возвращают, эти деньги, я не должен требовать их обратно? Вот на самом деле Господь не разрушает установленный некогда закон справедливости. Он как бы преодолевает эту условность наших человеческих отношений. Ведь если я не могу покрыть милостью чужой человеческий грех, и этого не делаю, значит, я сам раб закона. Если кратко свести всю суть христианства к одному слову, то этим словом будет, можете удивиться, этим словом будет не сила Божия, не всемогущество. Это будет слово простое – милость. Господь говорит: «Будьте милосерды, как Отец ваш Небесный».
И поэтому непротивление злу, силы христианские проистекает вовсе не из способности, не желания преодолевать это зло. Ничего подобного. Наоборот, мы хотим и мы знаем, как преодолеть это зло. Просто мы не хотим становиться частичками, которые умножают это зло, пытаясь облепить мелким злом крупное зло. И вот Христос нам дал инструмент для сопротивления злу. И это его правило: не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы сделали тебе. И внимательно вчитываясь, вдумываясь в эти слова Спасителя, что значит для нас это? Это значит, что на пути распространения зла каждый из нас должен оказаться последней точкой. Именно точкой, а не ступенькой, по которому зло может развиться и приумножиться. Обижает тебя — терпи. Не возвращает тебе деньги — прости. Поднимается такая волна гнева в тебе перед лицом очевидного греха — успокойся, подожди. Потому что каждый из нас такой же грешник, как и все остальные. И каждый из нас может заблуждаться. Если на каждом из нас зло прекратит свое развитие и распространение, тогда мы действительно уподобимся Богу и Его милости. Вот помолимся Господу Богу, чтобы Он даровал нам этот дар, а именно дар всепрощающей любви. И будем помнить слова Господня, которые мы сегодня слышали. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будет сынами Отца вашего, да будете сынами Отца вашего Небесного». Аминь. Вот такое сегодняшнее евангельское чтение. Поздравляю вас, братья и сестры, с воскресным днем.